Tupperware Liberland. История компании. Основателем компании является Эрл Таппер, химик, ученый-изобретатель, создавший уникальный метод очистки полимера. Началом деятельности Tupperware стал 1946 год, год основания Tupper Plastics Company и выход на рынок чудо-миски Эрла Таппера, изделия из химически нейтрального полимера с герметичной крышкой. В чудо-миске продукты сохраняли свежесть в 2 или 3 раза дольше обычного, жидкости не проливались, а приготовленные блюда приобретали совершенно новый вкус. В середине 40-х годов 20 века продукция марки Tupperware продавалась в обычных хозяйственных магазинах, но покупатели не спешили приобретать дорогие изделия из очищенного полимера. Ситуацию изменил телефонный звонок. Молодая энергичная женщина в разговоре указала на то, что не хватало для успеха компании – демонстрации изделия. Этой женщиной была Брауни Вайс, гениальный маркетолог 20 века. Вскоре продажи изделий Tupperware посредством домашних презентаций настолько возросли, что было принято решение распространять изделия Tupperware исключительно через независимых консультантов. Tupperware в мире. После десятилетнего успеха Tupperware в США в 1962 году компания вышла на рынок Европы и практически за один год завоевала популярность в 6 европейских странах. Позднее Tupperware вышла на рынок Японии и Австралии. В конце 60-х годов компания уже присутствовала в Африке и Латинской Америке. Сегодня 14 заводов мира выпускают изделия Tupperware, а пользуются ими более чем в 100 странах мира. С 2005 года компания переименована в Tupperware Brands Corporation. Во всех странах присутствие Tupperware Brands Corporation ведет социально ответственную деятельность и уделяет особое внимание защите детей. С этой целью был создан фонд Tupperware Brands, осуществляющий поддержку различных детских организаций по всему миру. Tupperware в СНГ. В России первый дистрибьюторный центр был открыт в 1997 году в Санкт-Петербурге. В 2001 году компания вышла на рынок Украины, в 2003 году – Казахстана. В 2006 году Tupperware Brands Corporation относит регион России и стран СНГ в кластер ТИМ – самостоятельное подразделение в группе Tupperware Европа, Африка, Ближний Восток. За 10 лет присутствия на российском рынке компания продемонстрировала стремительный рост деловой активности и получила ряд престижных наград за исключительные бизнес-достижения и социальные проекты. По итогам 2005 и 2007 годов Tupperware Brands Corporation вручила Tupperware СНГ почетную награду «Страна года». Tupperware СНГ стала лауреатом премии «Товар года 2010» в специальной номинации программы по формированию здорового образа жизни и культуры питания. В 2010 году Tupperware СНГ получила премию «Страна десятилетия» Tupperware Brands Corporation. В 2011 году было открыто более 200 дистрибьюторных центров в России, Украине, Казахстане, Азербайджане и Республике Беларусь, и количество консультантов превысило 100 тысяч человек. В 2015 году состоялось открытие первой студии Tupperware в Москве. В настоящее время насчитывается 7 студий в Москве и 1 студия в Казахстане. В 2017 году компания отметила свой 20-летний юбилей в Экспо-форуме в городе Санкт-Петербург. На сегодняшний день Tupperware СНГ объединяет более 240 дистрибьюторных и региональных центров, более 50 тысяч консультантов и 3500 менеджеров. Консультанты, менеджеры, премьер-менеджеры, дистрибьюторы, сотрудники центрального офиса гордятся, что являются частью Tupperware, всемирно известной корпорации прямых продаж.
Tupperware в СНГ. В 2021 году компания Tupperware вышла на рынок Либерленда благодаря торгово-промышленной палате «Украина Либерленд». Продукцию компании получают либерлендцы из Украины и других стран мира. Некоторые даже бесплатно, благодаря программе репостинга в своих соцсетях. Хотите узнать больше? Пишите по контактам под видео.